она бывает один раз в жизни. В таком белоснежном платье, с красивой фатой. И дело в том, что, Настенька, тебе на самом деле очень сильно повезло. Повезло лишь только потому, что по сей день многие из невест, мало того, что не имеют права выбирать себе мужа, по многим причинам, кому религия не позволяет, за кого родители еще с детства решили. А бывает и так, что, ну, вот так судьба свела и приходится. Ты свою семейную жизнь выбрала сам. Поэтому, если обернуться к нашим прабабушкам, то раньше это происходило перед свадьбой так. Мама забирала свою дочь в баню, купала ее, мыла ей голову и заплетала косу. Но в эту косу она заплетала комский, жесткий волос, чтобы свекровь, расплетая, порезала себе пальцы. Вот так. Это было раньше. Сейчас это совершенно по-другому. Поэтому, Настенька, позволь мне пригласить твою маму сюда. И на самом деле, когда матушки заплетали косу, они читали дочери наказ. Этот наказ и я вам сейчас прочитаю. И раньше невесты очень как сопротивлялись, не давались ни косу плести, ни фату снимать. Потому что жизнь-то уже замужняя начинается. Так вот и вы не снимайте ее быстро, хорошо? Ты, дочь моя, выходишь в дом чужой, а каждый дом сам по себе держа. Там все свое, там распорядок свой, свои законы, правила и право. Свои капризы у порога брось. И уважай привычки их любые. Коль там хромые, обопрись на трость. Коль там слепые, стань ты слепой. Ты, дочь моя, уходишь из дома чужой, отдам свои тропинки от порога. А ты, поверь, росла не за межой, и по тебе меня оценят. Ну что, целуйте? Прошу сохранить эту фату и Насте ее больше не отдавать. Если у них первая родится девочка, то люлечку накроете этой фатой, и вся нечистая сила улетит. Если первая родится мальчик, ждем вторую девочку. Но с ней уже берем эту фату и отпускаем в любую реку. Потому что на свете есть очень много невест, которые не стали ждать своей судьбы, а ушли и канули в воду, ожидая своих женихов. И каждая из них пока пригодится. Поэтому я вас прошу, вернитесь на свое место. А сюда я сейчас приглашу человека, который, поверь мне, не сразу тебе, а может быть даже через много-много лет. Может быть, и 2, и 3, и 5, и 10, а может быть, и 30 пройдет. Когда ты прямо в глаза смотришь, сказать вот, взять и сказать, что да, будет мне как мама. Но сейчас самое удивительное, я вас прошу не обижаться, потому что между собой они звучат так. Толь, мама звонит. Настя, тебе мама звонит. Поэтому в любой момент вы для них самые родные и близкие. Поэтому я попрошу вас, подойдите сюда. Но я прочитаю сейчас тот наказ, который говорили свекрушке, да. Ну, здравствуй. Теперь у нас есть дочь. Такая вся красивая, вся в белом. Ты будешь рядом с нами. И храни тебя Господь. Пусть будет так, как ты хотела. Надену я тебе платок, вот этот белый прям на кос. Поверь, теперь у нас есть дочь. И по тебе, и нас оценят. Ну что, целуйте? Толь, я прошу, чтобы ты свою свечу отдал кому-нибудь, только не папе. И вот бабушку бы тоже бы освободить бы от свечей. Толь, дело в том, что родители
люди берегут дочь до венца, а муж бережет до конца. Обойди, пожалуйста, с этой стороны. Семен, тебе придется тоже здесь встать, потому что сейчас будет такой момент. Потушить. Можно попросить сюда подойти твоего папу? Да, да, тушить. Можно? Да, она не нужна сейчас. Да. А ты можешь попросить своего сына? Ну, да, прости, пожалуйста.